миротворцы. Это не только защитники, это еще и созидатели. В их задачи входит и разрешение различных кризисных ситуаций на планете, и поддержание мира с оружием в руках, особенно в горячих точках, и восстановление стран после разрушительных конфликтов. Дата является символом особого уважения к самоотверженной и очень мужественной миссии самой организации. С праздником, дорогие наши! Свой музыкальный подарок вам дарят солисты Оркестра народных инструментов, муниципальный ансамбль песни и танца «Приединение». Годовщину создания совместных миротворческих сил, мы не можем не отметить особую роль Объединенного военного командования. Благодаря их умелой деятельности, профессионализму, народ нашей республики с надеждой и уверенностью смотрит в завтрашний день. Спасибо солдатам и офицерам, которые отстояли мир и продолжают его охранять на нашей земле. Для вас поет Сергей Бодил.